Юные казахстанские футболисты стали призерами авторитетного футбольного турнира, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Сербии. Международный турнир прошел в Белграде. В нем приняли участие 288 команд из 16 европейских стран. Казахстан представили воспитанники двух футбольных академий города Шымкента. Футболисты Академии Ордабасы заняли третье место среди 12-летних спортсменов. Они уступили по пенальти в полуфинале команде из Греции. После игры для казахстанских атлетов организовали экскурсию. Они посетили стадионы флагманов сербского футбола.